Они, если честно, мерзко выглядят. Чарли, он смотрит в камеру. Это вот такой вот творик. На данный момент, друзья, на канале Cam with Man подписчиков. Всем привет, чуваки, вы смотрите ежедневные влоги Cam with Man. Сегодня у нас 6 июля, понедельник. И сегодня у нас намечается скайп-конференция с Тёмой, с Настей. Не знаю, все ли пройдет по плану, потому что интернет, ну, сами понимаете, тут такой не ахти. Пойдемте-ка приготовим пока покушать. С сегодняшнего дня в этот дом уже переезжают хозяева, Алискины родители. И сегодня кушать будем уже точно здесь, и завтра здесь, и послезавтра здесь. А как мыться еще пока вообще под вопросом, потому что, наверное, будем греть горячую воду, ибо здесь только холодная, горячая от газа, который еще не подключен, и всякое такое. Короче, много всякой мороки, но сейчас покажу вам кухню. Вот она, вот такая вот кухонька. Такая вот газовая плита. Я разжег, потому что там на самом деле такая синева сейчас была. Но что-то походу прошла стороной, здесь грохот такой сильный был, что я думал, что будет дождь, и решил заранее заготовить кострище. Вот, Алискины родители скоро приедут, они перевозят все вещи с той съемной квартиры сюда. Вот, и будем кушать. Первый этаж уже заливают вон даже там. То есть сегодня нет, завтра. Завтра, послезавтра, я думаю, что начнут уже ложить здесь и класть покрытие, типа линолеум тот самый, о котором вам когда-то говорили, по-моему, а может и не говорили, но в общем плиточку из линолеума. Вот, и у нас появились двери. Дверь в спальню к Алискиным, это туп залет, и, собственно говоря, дверь в нашу спальню. Сейчас мы с Алиской пойдем и покажем вам, знаете что? А то, что мы будем кушать, те самые купаты, да? Купаты же, правильно? Вот. Здесь, как я вам говорил, уже заливается все это дело. А здесь пропускает опять водичка в ведерко. Вот. А там Тёма мне пишет, он прислал фотки. Раскрыл тайну дешевой кукурузы. Я сейчас вставлю эти фото... Да-да-да. Сладкая, сахарная какая-то кукуруза. Смотрите. Фотки. Это забавно. Что? А в это время наш кострище уже плавно перетекает в угли. И пойдем покажем купаты. Я спала. Да ты спала только что, еще бы. Кстати, наше спасение. Кондиционеры. Позже покажем их в действии. Они просто дико упрощают жизнь. Холодильник, да? Не удивляйтесь, он на улице. Да. Вот такие вот сегодня будем купаты какие-то. Здесь... А мы такие уже ели? Да, самый первый раз. Вот это вот фирма Агро... Агрокомплекс. Натуральные. Я посмотрела, дубляки за 74 магазина. Да? Да. Фига себе. Почитается фермерс или что-то такое. Ну, типа, якобы все настоящее. А ты видела, что у тебя папа собрал столик, который у них в магазине был? Да. Знаешь, что это было? Прикол. Прикол, я смотрю, правда, что-то какой-то камень. Они, если честно, мерзко выглядят. Ну, да. Прям не очень. Ну, фарш что-то хочешь. Да. На ощупь тоже непонятно, неприятно. Не как сосиски или сардельки, то есть они мягкие. Если нажать, все выглядит. Фу, Миша, перестань. Просто их положу уже на эту решетку и все. Скоро, ребята, эта мерзость превратится во вкусные колбаски. Вон там, правда, фарш вылазит, мне это не нравится. Котейка, иди сюда. Котейка вообще в шоке. Вы что со мной творите? Куда меня привезли? Облизывается, видишь? Расслабься. Ага. Мы сейчас опять ужинать будем, опять с костра. Опять эти купаться, только нормально. Да, так что в 6:30 по Москве, по Краснодару мы звоним в Омск. Друзья, торжественно вам заявляем, на канале 50 тысяч и 20 подписчиков. По-моему, это очень круто, и всем огромное спасибо, кто нас смотрит, кто подписался, кто
ставит лайки, комментирует, активно себя ведет, и кто вообще просто смотрит и интересуется нашими влогами. Друзья, всем огромное спасибо и всем большой привет. А сейчас мы будем созваниваться с Тёмой и сообщим ему эту новость. Ребят, мы уже второй раз созваниваемся с Тёмой и с Настей. И сейчас... Опять вверх ногами. Вон они вверх ногами, прикиньте, у них что-то с камерой. И они верхуножные. Ребята, вы можете передать всем привет! 50 тысяч! Вот, давай нормально. 50 тысяч! Я так и думал. Ну что от тебя ожидать, в принципе? Привет, ребят. Из несолнечного Омска. Нормал. Нет, кстати, Омск очень солнечный город считается. Вот и имена. Он не сейчас такой. Петербургский, да, вообще. Было реально холодно, но мы при этом сгорели. Но умудрились как-то. Вот так. Вот такие вот дела, друзья. Что? Это разовое было, я так понимаю, там не изменилось. Да, это сухопол, конечно. Но там реально есть такие две крутые горки, что вот только мы с тобой, чувак, можем это сделать, понимаешь? Я посмотрел, я вообще засадил. Пошли, наконец-то. Я доем твою пирожную. Ну, Миша, не трогай. Единственное, что я сейчас вспомнил, что последний раз, когда я катался в сказке, я порвал себе трусы на руку. И заметил, он только в конце. Не знаю, когда я их порвал. У меня просто такая щель. Я ходил, светил. Это жестко. Ну я их же и возьму, наверное, черт. Ну правильно. Второй раз. Это как два раза в одну воду не войдешь, так же трусы не порвешь два раза одни и те же. Особенно рваные. Вот именно. Я их подорву вот так вот, серпом просто. И молотом. Короче, ребят, мы уже общаемся, наверное, сейчас скажу, сколько времени. Ого. Сейчас. Два часа. Полтора. Полтора, где-то, второй раз. Мы... Где-то полтора часа общаемся, съели все наши абрикосы, все конфеточки чудо, или там не причудо. И вот ребята. Да, и мы смотрим именно как. Тёма, Настя, да, они перевернуты, но это нормально. Это омский скайп просто. Там другой мир, но это нормально. Все, ребята, давайте, пока-пока. Чарли. Он смотрит в камеру. Чарли, привет. Хвостом виляет. Он нас помнит. Кайфово пообщались с Тёмой, с Настей. Прям вот небольшой маленький спойлер, который, возможно, не сбудется. Кто знает, всякое в жизни случается, но дай бог... Мы увидимся летом. Да, в августе ребята, возможно, приедут к нам сюда. Вот, ну, блин, если это так, то будет очень круто. Мы уже так распланировали примерно все. Ребят, мы сейчас находимся во дворе, в котором была квартира съемная у Алискиных родителей. Короче, ребят, мы сейчас находимся в квартире, в съемной квартире, той самой, в которой жили Алискины родители. За сколько, Алис? 13 тысяч, да? Да. Все, будь здоровы, все за такую 10 платят, но с Алискиных содрали 13. Сколько они жили? 4 месяца? 4 месяца, да. Вот с такими вот кривыми всякими там штуками. Просто, на самом сейчас деле, покажу я еще. Не знаю. Сейчас. Вот эти трубы, это прям самый шик. Краснодарский погода. Да, то есть у них газовое отопление, но оно настолько криво сделано. Ладно, неважно. Короче, родители Алискины уже, можно сказать, заочно отдали ключи. То есть мы должны были их отдать. Это намного прикольнее. Плинка отпала. Покажи. В смысле, так она лежала просто. А, да. Это которая шаталась? Да. Просто, я не знаю. Так это клад. Я вот сюда тысячу раз приступала. Да. Когда она вот так начинает переворачивать. Это весело. Короче, мы пришли сюда чисто помыться перед сном. И все, завтра уже... Вообще, мы думали, что уже сегодня хозяйка пришла и на нижний замок закрылась, но она и не закрылась. Прикол в том, что кто сдавал эту квартиру, это соседи, родители, грубо говоря, там... Да, в другом поселке. Ну все, друзья, мы помылись, так сказать, на халяву. Потому что нет горячей воды, у нас, еще раз повторяемся, и вроде как завтра... Да, вроде как завтра,
сделать так, что это вообще ништяк. Да, если завтра поставят газовый баллон, то все. То есть всего лишь один день будем мыться. Просто мы подготовили ведра, которые выставили на улицу со стороны восхода, чтобы солнце нагрело эти ведра. Да, да. Да, и, короче, чтобы мы нормально помылись. Вот. А вообще я тут поняла и вспомнила, что у строителей есть чайник. Чайник, да. Если даже будет холодно, можно будет подогреть там литр, потому полтора. Здесь просто белье сушится у всех во дворе. Детишки всем разнобой. Просто бегают, на полу гуляют. Сидят с игрушками, там горы игрушек, все на полу. На ночь велосипеды, самокаты, ролики, все во дворе остается. Да. Ну вот, например, велосипед. Ну, это какая-то поломанная игрушка, еще один трехколесный велосипед. Это вот такой вот дворик, ребят. Мы отсюда выходим, садимся в машину и уезжаем. Здесь столько много бездомных собак в этом районе, просто шестая вообще. Попка. Вообще. Все, друзья, мы добрались до дома. Это наша кровать сегодня. Лежанка. На самом деле мы около полутора месяцев у твоих родителей спали на полу, помнишь? Даже не помню, больше еще до этого полгода. Да. В общем, кстати, вон компьютер. Сегодня, давайте покажу. Сегодня поставил полностью весь стационарный комп на стол. Вот так вот это все выглядит. И сверху у нас появился кондиционер. 26 градусов внутри. На самом деле это просто дико оптимальная температура. Здесь очень холодно, по сравнению с строителями. Хотя у них тоже кондиционер. Но у них только-только включен. У нас весь день на самом деле работает кондер. И просто шикарно. А в понедельник, несмотря на то, что это рабочий день, я начал его с 7 утра, можно сказать, начал работать. Угу. Поэтому часам к 4 я уже закончил всю работу. И там только всякие заливки, отливки, всякое такое было. Скайп, круто. Настя, Стёма, вам еще раз привет, если вы это смотрите. Было очень приятно с вами пообщаться. Было прям, ну, клево. Я думаю, мы повторим. В среду вроде как мы сообщимся насчет поездки августовской. И давайте-ка напоследок вам еще покажем. На данный момент, друзья, на канале Cam with Man подписчиков 50 332. На самом деле мы сами в шоке. И это очень приятно, друзья. Всем огромный привет. И всем... И мы все-таки надеемся, что это от Кока-Колы. Да, да, потому что видео просто безумно много просмотров набирает. Все, друзья, увидимся. Отпишитесь вообще в этом видео, откуда вы о нас узнали. Последние, да. 10 тысяч человек. Ну да, пишите, откуда вы пришли. И всем отличного настроения, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Увидимся с вами завтра. Это просто 100% инфа. Покеда! My name is Michael, I watch the Fight Club, and many different pictures you have.